Короче, мам, очень нужно экспертное мнение. Опа. Очень много мальчиков переживает по поводу того, что у них маленький писюн. А мама, я так понял, эксперт в этом мнении, да? То есть они спрашивают конкретно про 15 сантиметров. Что ты можешь на это сказать? Это прилично или не очень? Нормально? Ты тоже не знаешь, мамуль, да? Ну, я тоже им говорю, что это средний нормальный писюн. Линейка? Я не знаю, у нас есть линейка? Ну, ничего. Такой. Мам сказала, что, что это офигительный размер, ребят. Поэтому перестаньте переживать и спрашивать меня, пожалуйста. Пожалуйста, ребята, всем здорово, Саныч на связи. Ну, как бы, сколько на вид ей лет? Да, лет 18, наверное, ну, около 20 пускай. Ну, ладно, как бы, мама там уже эксперт в этом мнении, да, как бы, там, прошла уже, как бы, да. Ну, это-то, перестаньте переживать, там, перестаньте, точнее, спрашивать меня, да, откуда у нее опыт такой, да, обратилась к маме. Я уж молчу вообще за этот такой светский раут, такую светскую беседу мамы с дочерью о писюнах. Это нормально, как бы вообще не... Нет, я понимаю, как бы какой-то разговор между мамой и дочкой в образовательном контексте, да, допустим, там о контрацепции, там о первых месячных, как бы, ну, это нормально, кроме мамы, ну, в принципе, это должна объяснять мама, я считаю, там, как бы это самый близкий человек для девочки, да, тем более даже в ее возрасте, ну, хотя, в принципе, не в этом, а да, там еще даже раньше, ну, неважно, как бы, ну, обсуждать длину писюна, нормальный он или ненормальный, как бы, да, то есть приходит дочь с вечеринки, мама, у меня сегодня был 18-сантиметровый, ну, ты знаешь, так себе, в принципе, так, кайфануло немножко, пару оргазмов было, как бы. У тебя такие были? А ну-ка, расскажи, мамуль.